в условиях нестабильности и трудности международной обстановки. Китай активно настроен на приложение совместных усилий с Беларусью к укреплению политического взаимодоверия и практического сотрудничества в интересах динамичного, здорового и устойчивого развития двусторонних отношений. Сегодняшняя встреча проходит в очень непростое время, требующее новых нестандартных подходов, ответственных политических решений. Они должны быть направлены прежде всего на недопущение скатывания глобальному противостоянию, в котором не будет победителей. Вы об этом четко, однозначно, пунктуально недавно заявили, обращаясь к мировому сообществу.